Из бака поступает бензин непосредственно в двигатель, но проходит через бензиновый фильтр. Ну, в принципе, он стоит всегда почти под машиной. И вот, смотрите, в фильтре есть направление, кто-то меня спрашивал. Если его случайно перепутаешь, ну, перепутаешь, она заведется, и она и поездит. Возможно, ты отъездишь будет, ну, отъездишь столько же, сколько и отъездил бы, когда их поставишь и правильно. Дело здесь, смотрите, в чем. Просто фильтр, если заход, стрелочка есть, топливо идет вот сюда, весь всю обойму внутри бензин заполняет, и уже там фильтр стоит, элемент вот с этой стороны вот так, она уже дает. А если его перепутать, получается грязь, вот которая идет с бака, она быстрее просто саму сетку забьет с той стороны, то есть уже негде там будет осесть. Здесь он грязь может еще осесть на дно, взять вот на дно вот так осядет вот корпуса. А там получается, она сядет уже не на дно корпуса, а на сам элемент фильтрации, если перепутаешь с другой стороны. И возможно, все скорее, давлением, которое идет давление в одну сторону, возможно порвать очень легко фильтрующий элемент. Ну и все, и вся грязь пойдет в автомобиль. То есть, а кто-то говорит, что вот там перепутаешь, ничего давления не будет, все, давление будет так же. Даже если очень хороший фильтр, возможно, вы проедете очень много тысяч километров, и ничего у вас, ну, не случится. Возможно, вы проедете с такой же ресурс, с которого положено, если у вас машинка все чистенько, все нормально, проедете именно столько же. Бензин, он туда-сюда, ему вообще, ну, через этот фильтрованный элемент, просто копление мусора, здесь ему будет больше места, где отложиться, если правильно ставит, а если ставит неправильно, ему будет там меньше отложиться, и возможно потом порваться фильтрующий элемент. А так, если перепутаешь, ничего, езди, если не хочешь менять, езди сколько хватит, потом проедь сколько ты тысяч, купишь новый, поставишь правильно, если не хочешь менять. А так его перекинуть, в принципе, если тот перепутал, недолго. Особенно если у кого на быстрых съемах, да вообще везде, если вы только его ставили, там в принципе все и открутится. То есть, видите, чем отличается? Просто накопление мусора, грязи, отложения, чтобы было больше места, вот, когда вот по стрелке ставишь. А перепутываешь, просто там негде ему уже копиться, и скорее он порвет ее, фильтрующий элемент.